Bet Ukraine. Преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніше. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак, YouTube-платформа 24 каналу. І представляю нашого гостя, це є Геннадій Гудков, опозиційний політик. Геннадій, здравствуйте. Да, Игорь, я приветствую вас, приветствую всех, кто с нами в эфире. Геннадий, ну, вспомним в первую очередь, конечно же, Путина, который поехал в Бишкек, да, в Киргизстан, на встречу с стран СНГ, и он прокомментировал то, что сейчас боевые действия идут в Израиле и секторе Газа. Что интересно, что он сказал следующее, что, мол, будут тяжелые последствия для Израиля, если он зайдет в сектор Газа. Я напомню нашим зрителям, что Цахал объявил, что будет начинать наземную операцию в секторе Газа, но, очевидно, не на этих выходных. Ну, я думаю, что семидневное молчание Путина красноречивее любой речи. Я точно там не считал по дням, но, по-моему, там 5-6 дней он промолчал точно. То есть весь мир отреагировал, весь мир ужаснулся, весь мир начал что-то делать, но Путин хранил молчание. А вчера появилась информация, достоверная достаточно, что 93 миллиона долларов вступили на счета боевиков, на вот организации в секторе Газа с российской рублевой биржи. Они были выведены оттуда. Да, криптовалюта, да? Криптовалютой, да, 93 миллиона долларов. Это понятно, что часть айсберга, надо понимать уровень финансирования вот этого, вот этой террористической атаки, экспорта террора, как его называют. И у меня складывается абсолютно то четкое впечатление, что и молчание Путина, и его предупреждение о том, что типа не заходите в сектор Газа, будет плохо. И вот эти факты, пока еще косвенные, уход денег с московской криптобиржи, ряд других действий, появление информации о том, что там и Вагнер мог участвовать в подготовке вторжения. У меня все возникает полное впечатление, что след Кремля мы найдем в подготовке этой чудовищной акции, которая привела к гибели, к убийству. Давайте там говорить, не гибели, а гибель бывает по разным причинам. А тут убийство 1500 израильтян, причем всех без разбора. Я вчера разговаривал с своей внучкой. Она сейчас уже, так сказать, взрослая. Так вот, у них один из знакомых, она была в Израиле, она там работала с нашими артистами, моя внучка. И вот у них один знакомых в Израиле был убит. Ехал на работу на велосипеде, и его просто стреляли в упор. Вот поэтому даже, вот, как говорится, среди нашего окружения есть уже люди, которые убиты, пострадали от этой операции. Поэтому, конечно, это ужасная операция. И у меня ощущение, что главный бенефициар сегодня, на сегодняшний день, Владимир Путин. А как нас учит детективы, как нас учит Агата Кристи, ищите того, кому это выгодно. Геннадий, как вы считаете, вот мы знаем тоже прекрасно, что Хамас поблагодарил Путина за его позицию. Насколько вы верите в то... Подождите, это я пропустил. Это когда он его поблагодарил? Вчера Хамас официально... Да. За родственные души, да, подельники по экспорту террора. Что можно сказать? Путинский режим и Хамас, это вот как раз Хамас-то является производной таких государств, как Иран, Россия, Северная Корея и им подобное. Это называется не экспорт коррупции, который, конечно, опасен, а есть еще более опасный экспорт, это называется экспорт террора. А вот к чему я веду. Как вы считаете, насколько верно то, что говорят, мол, вагнеровцы и спецподразделения Российской Федерации, Кремля, долгое время, говорят, с весны этого года учили и Хамас, и Хезболла проводить вот то, что они сделали, нападение на Израиль? Я предполагаю, что так оно и было. И возможности для этого у диктатора прекрасные. Тут не только Сирия, тут не только Ливия, тут ряд африканских государств. В конце концов, своя собственная территория. Можно было готовить, экипировать, тренировать
этих боевиков, головорезов, которые совершили вот эти все преступления на территории России или на территории Африки, или на территории стран Ближнего Востока. И вот это вот вопрос очень серьезный, потому что мне довелось, ну, я об этом уже рассказывал, повторюсь. Я понимаю, что те, кто там наши эфиры смотрят, могут сказать, повторяется, тем не менее, это важно. Я возвращался здесь в Париж с представителем демократической оппозиции Африки. Да, есть такая. И они сказали, что вы не понимаете опасность Путина сами до конца. Потому что путинский режим лишает Африку нормального будущего. И мне привели на пальцах примеры, когда военные перевороты или удержание власти кровавых узурпаторов происходит и сейчас с помощью бывшего Вагнера. И я знаю, там, как в Африке делилось наследие этого Вагнера между Министерством обороны и пытался этому противостоять Пригожин. Вот. И мне сказали, вот 4 страны под Вагнером, и 3 сейчас находятся в критическом состоянии, где могут произойти перевороты. Это будут еще новые плацдармы для мировых диктаторов, это будет плацдармы для Путина и ему подобных. И я еще вижу о том, я же вижу еще явление во Франции, когда Франция теряет Африку. Вот разжигается самое низменное настроение вражды, ненависти к французам, в том числе разжигается вот этими нашими Вагнерами и им подобными структурами. И во Франции это очень четко отслеживает, что там происходит. Поэтому Путин – это не просто беда и зло для Европы, для Украины, для России, давайте говорить по-честному, он убивает Россию. Но это еще мировое зло. И давно это пора осознать. Герани, а вот если говорить о том, что вот позиция Китая сейчас, да, мы немножко поговорим о ключе Россия-США, Китай. Вот что сказали в Китае буквально вот вчера, что, мол, третья мировая, говорят аналитики, на паузе, потому что Пекин заявил, что отношения со Соединенными Штатами Америки удалось стабилизировать. Как вы считаете, насколько это может отразиться на... Ну, не помощи, а то, как Россия рассчитывает на Китай и на Пекин. На Пекин официальный. Ну, вот смотрите, давайте просто пойдем по пути прагматики. Все-таки Китай прагматическое государство. Конечно, оно идет к тоталитаризму. Или, может быть, оно давно уже в нем находится. Мы тоже ведь не можем не замечать и не давать оценку. Потому что одна политическая партия находится у власти уже там больше 70 лет. И тем более сейчас даже внутри партии прекратилась ротация власти. Просто возьмем теперь по прагматическим цифрам. Товарооборот России и Китая вырос, очень заметно вырос. И составил на сегодняшний день около почти 200, ну там меньше, 176 миллиардов долларов. При этом Россия имеет положительный сальдо этого товарооборота. Ну, там где-то на 85 миллиардов, там, или на 80 миллиардов. Ввозит товар, китайских товаров и там на 90 с чем-то вывозит свои, ну, то есть продают энергоносители и так далее, сырьевые ресурсы. А товарооборот Соединенных Штатов Америки и Китая на триллион, ну, грубо говоря, что считать эти миллиарды, триллион, то есть это в 5 с лишним раз больше. Плюс к этому, что у Соединенных Штатов Америки, в отличие от России, есть союзники, это называется Европейский Союз и так далее, да? Эти страны демократии. Австралия, там, Новая Зеландия и прочее. А товарооборот Китая с этими странами, союзниками Соединенных Штатов Америки, почти, ну, еще триллион. То есть, грубо говоря, 2 триллиона против 200 миллиардов. Вот вам прагматический расчет. Конечно, Китаю важно стабилизировать отношения с Западом, отношения с ведущими мировыми державами, поддерживать экономику на плаву. А эта экономика сейчас начала давать серьезнейшие сбои. Впервые там за несколько десятилетий, кстати говоря, как свернули реформы Дэн Сяопина, так и пошли проблемы. Что, в общем-то, очевидно и должно было произойти. Вот. Поэтому прагматически Китай не будет, мне кажется, рисковать вот этим огромным сотрудничеством экономическим, хотя бы даже экономическим, с Западом. Другой вопрос, что политически он на стороне в значительной степени Путина, потому что обе страны авторитарные, там, тоталитарные. И понимание Путина и его проблем по удержанию концентрации, монополизации, узурпации власти, они Китаю ближе, чем демократии, с которыми они ведут
масштабную экономическую деятельность и масштабное сотрудничество. Вот тут поэтому Китай находится в состоянии, там, извините за выражение, в раскорябку всегда стоит. Политически вроде Путин им ближе, но, как говорится, прагматически они должны выстраивать отношения с теми, кто является большей частью их рынка, куда они сбывают свои товары, превратившись в результате гигантских инвестиций Запада. А чтобы вот понимали, какие эти гигантские инвестиции, по-моему, там только одна Германия, если мне память не изменяет, инвестировала в Китай вот технологических своих этих, технологических инвестиций в основном предприятия, технологии и так далее, 550 миллиардов долларов. Если мне не изменяет память, это вот мелькали эти в аналитических отчетах. Если мы возьмем общие инвестиции в Китай западного мира, они будут триллионы. Вот поэтому, конечно, Китаю важно сохранять эту экономическую стабильность. Запад его превратил в высокотехнологическую производственную фабрику для всего мира. Они не хотят это терять. И вот поэтому Китай и мечется между этих вот двух. Плюс тут есть свой собственный вопрос, он им не дает покоя. Более быстрое, более успешное развитие Тайваня. Но они же не могут не понимать, что, допустим, в том же Гонконге, который они к себе присоединили, да, уровень жизни был там в 5 с лишним раз выше, чем в континентальном Китае. То же самое происходит с Тайванем. Тайвань – это сегодня кузница микроэлектроники мировой. И поэтому, и не только. Высокотехнологическая страна, развитая, с сменяемой властью и так далее и тому подобное. И там, конечно, развитие идет быстрее. Вот отсюда вот все эти проблемы Китая. Как говорится, хочется и сохранить экономику, хочется и деньги получать от торговли, хочется и прибрать к рукам все то, что раздражает и мешает, показать, какие мы великие, мы снова верим, как говорится, make Китай great again. Вот. Поэтому вот все тут намешано в этом клубке, плюс еще сложные отношения, еще с после войны оставшиеся там с Японией непростые отношения, с Кореей и так далее и тому подобное. Все вот это в одном флаконе. Поэтому проблем там много. Плюс там Индия, плюс там Вьетнам, там еще какие-то есть остатки сложных отношений. Там масса чего есть. Китай, китайцы, конечно, играют такую геополитическую роль во всем мире, имея свои интересы, в том числе, кстати говоря, и в Африке, между прочим. Китай в Африке очень серьезно ведет экономическую такую экспансию и серьезный игрок в Африке. Если, допустим, Россия только на штыках помогает удерживать узурпированную власть, Китай решает вопросы экономики Африки в значительной степени, торговли и так далее и тому подобное. Вот поэтому Китай находится вот в этом состоянии поиска оптимальных решений. И я так думаю, что все-таки вот эти все факторы, которые мы перечислили, они не дадут Китаю скатиться на путь помощи диктатору, который сошел с ума. Геннадий, а вот если говорить дальше, вспоминать Израиль, да, мы прошлись по Китаю сейчас и его интересах, вот понимаем, что сейчас 2 авианосца уже Соединенных Штатов Америки есть у берегов неподалеку от Израиля и сектора Газа. И Соединенные Штаты Америки как минимум готовят 2000 морских пехотинцев. Насколько вы верите, что Соединенные Штаты Америки могут вступить в войну? Насколько вы верите в то, что Россия может тоже предложить какой-то силовой сценарий? И не пахнет ли это вам Третьей мировой войной? Пахнет, пахнет, конечно, пахнет. Она может развернуться, Третья мировая, в том числе, например, более наглого вступления в боевые действия того же Ирана. Совершенно понятно, что вот эти безумные аятоллы, захватившие власть и удерживающие там уже сколько больше 30 лет, это безумные террористы, которые воспитали. Я просто почитал вот обзоры, и действительно там идет, по сути дела, воспитание поколений, арабских поколений, ряд поколений в духе нацизма, прямого нацизма. Все, что, так сказать, у тебя в жизни плохо, виноваты в этом евреи. Ну, я понимаю, что это там шутку пел Высоцкий, евреи, евреи, кругом одни евреи, там, если там в кране нет воды, значит, сами что, да? И так далее. То есть, вот эта вот привычка списывать свои беды на другие народы, она поганая привычка. Это нацизм в чистом виде. И то, что там воспитали поколение, которое ненавидит демократию в виде Израиля, а Израиль – это демократия, там при всех сложностях, при всех проблемах, я знаю там огромное количество критики
правительство Нетаньяху и много чего другого. Но, тем не менее, все же пока страна, да не пока, она будет демократической страной. Вот, конечно, вот эта вот ненависть, воспитанная поколениями, она серьезным фактором является. И вот сейчас, допустим, в чем сложность сухопутной операции? Обратите внимание, палестинцев никто не хочет принимать. Что сейчас там Блинкин ездит по... Ой, Салливан, наверное, да? Блинкин сейчас едет в челночной дипломатии по всем странам. И в Саудовскую Аравию, и Бахрейн, по-моему, здесь. Где-то еще побывал. Но если они ищут разрешение этой проблемы. Почему сейчас Израиль не проводит сухопутную операцию? Они понимают, что ее как-то надо провести так, чтобы наказать виновных и не трогать непричастных. А там трудно разобраться. Очень сложно отделить население от террористов. Очень сложно. Это сложнейшая задача. Понимаете, нет линии фронта. Когда нет линии фронта, когда невозможно работать в поле, там, артиллерии и так далее и тому подобное, тут возникает потребность в огромных ресурсах, чтобы провести такую операцию. Плюс мы же понимаем, что Хамас был избран. Хамас пришел к власти, ну, если так можно выразиться, давно уже, демократическим путем. Ну, как и Гитлер. Гитлер тоже пришел демократическим путем, а потом что устроил? Примерно так и Хамас. Они пришли вроде как на демократическим путем, а потом устроили там фашистское государство. Вот. И под влиянием этого фашистского государства находятся миллионы людей. В самом секторе Газа. Ведь сектор Газа никто не трогал. Они сами себе там управлялись и получали гранты и помощь от ООН, получали от международных организаций и так далее и тому подобное. Их же никто не трогал. На них никто не нападал. Вот это случай, похожий на Украину. На них никто не нападал. Они сами там варили в своем котле. И оказалось, что вот эти террористы, которые пришли к власти, они, кроме нападать и гадить соседям, ничего не умеют. Проливать кровь. Они не способны никакой хозяйственной, организующей деятельности. Это все, что им, так сказать, не дано. От природы. Они просто... И вот эти сейчас, опираясь на воспитанные в ненависти поколения, почему вот там идет сухопутная операция? Откуда пуски? Там 2000 ракет хранилось. Они даже трубы выкапывали у водопроводов, которые там строили им. Из этих труб делали примитивные ракеты. Вот вы же видели, по Израилю запускали сотни, тысячи ракет. Откуда? Они спускали их, они специально это делали. Из жилых домов, из подвалов, из каких-то там площадок. Среди, да. И вот это, плюс там мы знаем, что огромная система этих лабиринтов, ходов, катакомб, которая строилась столетиями. И там, вот в этом проблема существует. Что делать? Когда одно дело наносит удар по площадям, но действительно мы видим плачущих детей, женщин, и не все, безусловно, палестинцы террористы. И нельзя вот здесь... Тут опять вот проблема, та проблема, которая в России. Не все русские путинисты, и не все они поддерживают, далеко не все поддерживают войну. И нельзя, так сказать, всех одной краской мазать. Но вот сейчас сухопутная операция должна выявлять очаги, подавлять, действовать точечно. Невозможно в таком густонаселенном городском районе действовать по площадям. Поэтому отсюда, я думаю, пауза. Если бы, конечно, к этой спецоперации подключились бы арабские государства, это было бы, может быть, и намного легче. Ну, вышли бы свои какие-то контингенты, спецназы и так далее и тому подобное. Тогда это было понятно, что это мир очищается от скверны, от террора, голову, которые оторвались до власти. Мы видим, что, ну, по примеру России, которые дорвались до власти, закомплексованы, что они творят. Вот, поэтому ситуация, она вот такая, она очень сложная. Там же, вот, помимо там сектора Газа, там же есть еще районы, которые контролируют другая террористическая организация, Хезболла. Да. Помимо этого есть там отморозки на других границах. И ситуация в Израиле, на самом деле, очень сложная. Потому что, вот я все время говорю, что сейчас, вот, после, если удастся стабилизировать, надо что-то делать очень решительное. Потому что позволять воспитывать поколение в духе нацизма, в духе желания уничтожить соседние народы, причем без разбора, это опаснейшее явление. С этим надо бороться. Надо вот эту заразу
не допускать с самого начала, когда там 5-летние детишки, 4-летние детишки воспитываются в ненависти к демократии, то есть к Израилю. Вот совершенно понятно, что это инструмент удержания власти, оболванивания народов, формирования, так сказать, искаженного представления о мире и много-много чего другое. Надо об этом говорить, потому что, давайте уж так по-честному, американцы ведь тоже сотрудничали со всем этим, продолжают сотрудничать со всем этим радикальным арабским режимом, где женщинам на улице могут голову за какие-то там прегрешения. Но давайте по-честному говорить, что вот мы все же закрывали глаза, там и экономическое сотрудничество, нефтяное сотрудничество. Причем не помню, как там журналиста в посольстве, по-моему, в Саудовской Аравии убили, расчленили. Помню. Вот. И вот это все с этим надо заканчивать. Потому что мы не можем вести экономическое, не должны вести экономическое сотрудничество, делать вид, что у нас там есть друзья-союзники в странах, которые, по сути дела, своим, массово формируют ростки нацизма. Я имею в виду, в первую очередь, окружение Израиля. Вот серьезнейшие проблемы. Серьезнейшие проблемы. Слушай, сейчас надо все пересматривать, все отношения. Вот все вот эти диктаторы, все вот эти узурпированные режимами власти вот в Африке, в Азии. Это же прямая угроза миру. Прямой путь к мировой войне. Другого способа ведь не останется. Если сейчас не делают ничего в этом отношении, то другого способа потом, как, к сожалению, цивилизации пройти через мировую войну почти с самоуничтожением или уничтожением третьей человечества, другого выхода не останется. Другого выбора не будет, потому что они начнут. Вот эти отморозки с ядерным арсеналом, они начнут. Геннадий, а вот если говорить о том, ну, официально мы с вами проговорили, да, что Хамас поблагодарил Путина, Путин вспомнил о секторе Газа, он ничего не сказал о том, как Хамас уничтожал израильтян, да, 7 числа, вообще промолчал. Как вы считаете, персонально израильтяне это простят Путину и России? Вот такое отношение. Слушайте, именно сегодня. Я вообще не понимаю, как можно ставить этот вопрос, простят они Путину, не простят. Путину вообще ничего нельзя прощать. Он устроил кровавую бойню в Европе. Он, по сути дела, формирует нацистскую идеологию в России. Он является, скажем так, источником угроз, поддерживая все отмороженные диктаторские режимы в мире. И теперь они, что он там, должны что-то прощать, я никак не могу понять в связи с тем, сказал он. А если он не сказал что-то, и теперь оказывается он террорист. Но он всегда был террористом. Последний, вот я имею в виду не всегда, а последний вот, и годом явно проводил политику террора. Грузию спросите, Казахстан, вторжение, помощь, так сказать, там, подавление каких-то там народных выступлений. То есть Путин играет роль панашандарма, в том числе в Азии, в том числе в Африке. Он и есть террорист. И тут какие могут быть прощения террористов? Вот для меня этот вопрос неприемлем. Прощение Путина. Поэтому я надеюсь, что в Израиле люди достаточно умные, раз могут в год 9-миллионным производить там 320 миллиардов ВВП. Это большой, серьезный результат. А раз умные люди, они должны понимать, что такое Путин. Геннадий, ПАСЕ призвала признать Путина нелегитимным и обвинила Россию в диктатуре. Вот именно нелегитимным в 2024 году после, да, выборов, я так понимаю. Грузия не поддержала, интересно, что. Но, кто не поддержала? Грузия не проголосовала. Странно. Да, грузинская мечта не голосовала за резолюцию ПАСЕ. Это означает, да, вот эта договоренность между Путиным и Ванишвили в действии. Другого варианта. Я по-другому не могу это сказать. Я понимаю, что там сейчас кто-то в Грузии обидится. А что обижаться? Ну, что имеем, то имеем, извините. Что имеем, то имеем, да. Вот. Поэтому что можно сказать? ПАСЕ вообще занимает правильную позицию, и мы работаем с ПАСЕ. И я могу сказать, что мы видим понимание того, что вообще-то они лучше понимают остальных европейских институтов, что происходит в России. Я могу сказать, что российская оппозиция совершенно точно. Там неважно, и не имеет сейчас значения, так сказать, внутренние всякие споры, разногласия. Российская оппозиция совершенно точно призовет Запад, вернее, обратиться к Западу, чтобы не было тавтологии, не признавать выборы в России легитимными. Но это совершенно точно. Это уже принятое решение.
Это уже решение, которое озвучивается в паблике. И выборы не могут быть признаны легитимными в той обстановке террора, в той обстановке политических репрессий. Вот сегодня сейчас, вчера, вернее, арестовывали всех адвокатов, чтобы они вообще не участвовали в процессах, да, защищая интересы тех, кто по Геннадий, извините, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если вот не признают выборы, то раньше говорили там, да, Шольц или Макрон, что нужно говорить. После этого никто с ним говорить не будет, потому что никто его не признает. Я очень на это рассчитываю. И резолюция ПАСЕ, она прям, как говорится, лыка в строку. Потому что совершенно понятно, что это не выборы, что это, так сказать, попытка плебисцита по легализации узурпации власти Владимиром Путиным. Ничего больше за этим не стоит. Все конституции нарушены, все положения и буквы, и дух конституции нарушены полностью. Владимир Путин не может быть легитимным президентом. Все. Это решение должен принять мир совершенно твердое, без всяких вот этих вот, хотел слово сказать, но пока еще запрещено, вот этих всех заигрываний и там каких-то подмахиваний. Ну и вот почему он надо запрещен? Одно слово, и мы с вами заменяем десяток раз. Геннадий, вот вы говорите, вот мы запикаем. Да, вот это вот поведение Грузии. Вот без всякого этого должно быть такое четкое, выстроенное, монолитное, вот такое каре против Путина. Геннадий, очень спасибо вам за этот разговор. Я очень надеюсь, что вот мы с вами проговорили, что все идет до мировой войны, да, до того накала. Будем надеяться, что не дойдет. Вот будем надеяться, что демократии все-таки найдут рецепты противоядия. Но надо понимать, что с каждым разом такие попытки даются все сложнее и сложнее. Да. И медлить нельзя, и занимать позиции двойственные. То есть они мерзавцы, но это наши мерзавцы. Но так время такой политики прошло. Разрушительные силы современного оружия, современных технологий таковы, что стоит вопрос просто о выживании всей цивилизации. Геннадий, спасибо вам за этот разговор. Нагадаю нашим глядачам, з нами був Геннадій Гудков, опозиційний політик. Ви ж не забувайте обов'язково підписуватись, коментувати, ставити лайки і поширювати нашу розмову. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.